увеличении губ филлерами под кожу инъекционным способом вводят специальные наполнители. Раньше для коррекции объема и формы губ использовали филлеры на силиконовой основе. Но на сегодняшний день они считаются устаревшими и небезопасными ввиду большого количества побочных эффектов, таких как аллергия, деформация обрабатываемой области лица, риск миграции филлера. Кроме того, если результат процедуры не понравился, наполнитель можно было удалить только хирургическим путем. Современной альтернативой силиконовым вставкам стали филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которая является биоразлагаемым веществом, родственным человеческому организму. Такие составы со временем рассасываются самостоятельно. Также этот процесс можно ускорить путем введения специального препарата, чтобы скорректировать неудачный результат процедуры увеличения губ. Увеличить губы гиалуроновой кислотой – это, пожалуй, самый действенный и популярный из доступных на сегодняшний день методов. Вещество не только наполняет ткани изнутри, увеличивая их объем, но и стимулирует выработку собственного коллагена и эластина, которые делают губы увлажненными и упругими. Стоимость увеличения губ филлерами гиалуроновой кислоты варьируется от 2500 до 15000 рублей за процедуру в зависимости от выбранного препарата, его количества и квалификации мастера. Если ежедневно выполнять массаж, ваши губы всегда будут в отличной форме. Приступим. Тщательно вымойте руки или наденьте одноразовые перчатки. Аккуратно и деликатно пощипывайте губы большими и указательными пальцами. Затем сделайте такой же щипковый массаж области вокруг губ. Вся процедура должна занять не менее минуты. Если вы хотите увеличить объем губ, не прибегая к услугам косметологов, попробуйте специальную гимнастику. Во время выполнения такой зарядки для губ можно не только сделать их более упругими и объемными, но и поднять себе настроение на весь день. Упражнение 1. Показывайте язык, вытянув его как можно дальше, задержитесь на 5 секунд. Сделайте 10 повторений. Упражнение 2. Сильно надуйте щеки, сделайте резкий выдох через надутые губы. Повторите 5 раз. Упражнение 3. Сначала улыбнитесь, затем вытяните губы трубочкой, повторите 15 раз. Упражнение 4. Плотно сожмите губы, а затем начинайте вращать ими по кругу, сперва по часовой стрелке, затем против. Повторите по 5 раз в каждую сторону. Упражнение 5. Слегка покусывайте губы в течение 2 минут. Это обеспечит приток крови, который сделает губы более яркими и объемными. Упражнение 6. Положите кончики указательных и больших пальцев на зону вокруг губ. Вытягивайте губы вперед, преодолевая сопротивление. Повторите 20 раз. Затем вытяните губы уточкой и зафиксируйте на 20 секунд. Расслабьтесь. Упражнение 7. Придержите пальцами уголки губ, заверните губы внутрь в таком положении, открывайте и закрывайте рот 10-20 раз. Упражнение 8. Оставьте пальцы на тех же местах. Сложите губы так, будто произносите букву А, затем Э. Намеренно утрируйте мимику. Выполняйте смену положения от А до Э 20 раз. Производители специальных вакуумных аппаратов для губ утверждают, что при регулярном использовании прибора ваши губы станут заметно больше на долгое время. Перед применением помпы снимите макияж, затем нанесите на губы крем из набора или любой другой питательный крем. Приложите раструб к лицу, поместив губы в отверстие. Вытяните губы вперед, засосав воздух и создав таким образом вакуум. Используйте помпу в течение 10-15 секунд. Оцените результат. При необходимости повторите. Метод достаточно безопасен в сравнении с эстетической хирургией, но все же имеет свои противопоказания. Например, его нельзя использовать при сахарном диабете, повышенной хрупкости сосудов и наличии повреждений в области губ. Не переборщите с силой вакуума, иначе вместо роскошных губ можете получить гематому. Первое правило для тех, кто хочет сделать губы пухлее, никаких темных помад. Идеальный выбор – натуральные или сочные ягодные оттенки. Карандаш при этом подбирайте максимально близкий к тону помады. Приводим пошаговую инструкцию, как получить красивые увеличенные губы при помощи косметики. На бьюти-рынке сегодня представлено множество косметических продуктов, помогающих сделать губы более пухлыми и соблазнительными. Принцип действия этих средств заключается в ускорении кровотока в области губ, за счет чего достигается внешний эффект объема. Как правило, в составе блесков, помад и бальзамов, увеличивающих губы, содержатся экстракты перечной мяты или специй. Основное преимущество такой косметики – это, конечно, моментальный эффект и безболезненность, в отличие от тех же инъекций.
Однако раздражающие компоненты в составе могут стать причиной аллергических реакций и привести к воспалению. Если у вас чувствительная кожа, от этих средств лучше отказаться. А если же нет, мы приготовили для вас рейтинг лучших бьюти-продуктов для объема губ. В тюбике, казалось бы, обычной помадой скрывается средство для увеличения объема губ, да еще и интересных сочных оттенков. Продукт содержит экстракт перечной мяты, который ускоряет кровообращение. Также на красоту ваших губ работает витамин Е и сияющая текстура, мгновенно создающая соблазнительный эффект глянца. Такие средства, как это, называются пламперами, с английского «пламп» – «пухлый». Прекрасный образец от Smash BH при нанесении создает прозрачное покрытие, а немного после подстраивается под цвет губ, усиливая их природный оттенок. Продукт имеет в составе комплекс с ягодами годжи, мяты имбирной, гинго белоба, вытяжку из гранатовых зерен и масло авокадо для усиленного питания и блеска. Необычный бальзам имеет в составе комплекс компонентов для пролонгированного эффекта пухлых губ, а также масло авокадо для питания и увлажнения. С этим средством губы будут выглядеть не только впечатляюще объемными, но и очень ухоженными. При нанесении вы сначала ощутите легкое пощипывание. Но спустя 10 минут этот эффект проходит, и вы можете наслаждаться своими красивыми увеличенными губами. Производитель амбициозно заявляет этот блеск как альтернативу инъекциям. Что ж, посмотрим, что в составе. Перец чили действительно ускоряет кровообращение, за счет чего губы мгновенно приобретают пышность и объем. А комплекс Maxi Lip стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. При использовании будьте готовы к ощущению легкого жжения, которое, впрочем, быстро проходит.